проколол, все блестит с гиалуроночкой, растер. Дорого, слишком сильно. Знаете, всегда критерии оценки себе сделаете? Нет. Все, значит, пациентам не надо делать так, как себе не сделаете. Это единственный вот выбор. Себе препарат выберите вот этот или вот этот. Вот и пациентам выбирайте. Они же смотрят на ваши лица, они же задают вам вопрос, что вы себе делаете? А себе вы какой препарат делаете? А вы каким кремом пользуетесь? Кожными местами. Нет, нет, это не должно быть. Это стыдно должно быть. Я послушала, когда сапожные места. Никому не допустимо. Визитная карточка. А парикмахеру допустимо? Нет. А мастеру маникюра допустимо? А до этого что дошло до того, что сама себе колешь? Нос. Нет, я имею в виду такси. Ну я сама себе всю жизнь колю всегда. Биоритализация? Да. Я все колю себе сама. Мне больно, только будут на просто мне рука колет. Другое себе колоть больно. Мне просто больно. Себе. Это вы еще просто не дошли до того статуса, когда очень не понравились себе в зеркале. Как только это случится, вы возьмете шприц и все сделаете себе или пойдете к кому-то. Нет, я не с кому пойти просто, а будто уже училась. Больно себе. Жалко саму себя. Да, попробуй. Жалко больше. Я когда-то колю себе это. Больше жалко. Кожу все сформируем, моточка. И то мне больно. Очень больно, кстати. Без настоящей не могу. Мне, например, не верю. Красивка. Этот метод как-то называется? Папульный. Это папульный, да. Микропапульный поверхностный.